Я являюсь главным инженером на предприятии по производству лекарственных средств, косметики и биологически активных добавок БАТ в Алтайском крае. Примерно 5 месяцев назад мы начали получать от покупателей претензии по поводу негерметично упакованных флаконов с нашей БАТ. В сфере фармацевтики мы работаем более 15 лет и дорожим своей репутацией. Фармацевтическое производство – очень сложноорганизованный процесс, где важно контролировать качество сырья и готовых лекарственных средств на всех этапах выпуска продукции. Начали проверять оборудование для индукционной пайки, и оказалось, что периодически изменяется напряжение в автомате и тем самым не обеспечивает плотную пайку алюминиевой фольги, которая выполняет функцию герметизации флакона. Вызвали специалиста-ремонтника, он пытался исправить неполадку, однако через день оборудование снова периодически выдавало неплотно запаянные один или два флакона. Этим